тему, скажем так, давайте поговорим об машинном обучении. Меня зовут Катарина Джармул. Я хотел бы поблагодарить всех, кто, собственно, позволил мне, сделал возможным мой приезд сюда. И тогда это выглядело достаточно странно, потому что у меня американский паспорт. И, кстати, достаточно сложно было сюда попасть на самом деле, но я в итоге приехал сюда, и я очень рад этому. Моя компания называется Kjamistan. Мы называемся консультированием по машинному обучению, и мы находимся в Берлине. И уже 4 года назад мы, собственно, переехали в Берлин. Итак, когда мы говорим о машинном обучении, и мы говорим об интерпретируемости и машинном обучении, кто здесь использует машинное обучение как сервис и считает, что хочет это использовать как машинное обучение как сервис, или даже, может, создает такие системы? И я не обязательно, опять же, против этого, но когда я услышал об этом машинном обучении как сервисе, я послушал об этой практической вот такой штуке, то есть написание кода, который никто больше не может прочитать. И суть в том, что вы помните, да, что если он работает, оставьте его, не трогайте его. И просто, скажем так, они говорят, поверьте нам, мы Google, мы знаем, как это работает, мы решаем все. Это как Google Translate, да, мы решаем работу с проблемой перевода, мы Google и так далее. Но на самом деле так не бывает. То есть даже если вы решили какие-то проблемы на 95% случаев, вы проблему не решили для 5% пользователей, которым это является самым критически значимым. Поэтому эта проблема, скажем так, лучшего результата, по сути, вы можете для основных процентов решить проблему, но вам требуется решить проблему для 2% на уровне практической имплементации. Другими словами, если вы решаете использовать машинное обучение как сервис, вам нужно понимать, что вы не можете видеть код. Вы не видите код, и, соответственно, вы не видите препроцессинг дата, вы не видите также, может, вы не можете выбирать, какие модели используются для в итоге вашего конечного продукта. И это проблемы и сложности, о которых мы сегодня будем говорить. И сегодня мы на самом деле будем разговаривать скорее о теории интерпретируемости, и также мы сегодня будем говорить о ее практических аспектах. Собственно, как мы практически понимаем и как интерпретируем модели. И, возможно, даже те модели, в которых мы не видим код. Итак, кто из вас слышал об состязательном обучении? Кто из вас об этом слышал? Хорошо. Итак, представьте себе, просто если вы не слышали об этом, что это такое? По сути, это то, как мы, скажем так, работаем с машинным обучением. И здесь замечательная основная работа Андреаса Капапи, который, собственно, работает в Tesla. И 2-3 года назад он решил начать изучать, насколько просто обмануть, скажем так, такие вот машины, и он, и исследователи, используя работу, они показали, что очень-очень просто обмануть сети машинного обучения. Масса есть теорий, почему это возможно, но тем не менее некоторые говорят о том, что имеется линейная интерпретируемость между различными слоями сети, и, соответственно, можете использовать их для того, чтобы обмануть одну из сетей, и, соответственно, вы получите неправильную классификацию. Другие говорят о том, что имеются некоторые, скажем так, слепые зоны в невральных сетях, где определенные секции в невральных сетях, которые в итоге можем активировать и получить неправильную классификацию. Но независимо от того, как это работает состязательное обучение, можно посмотреть сюда. Видите, это недавняя работа, которая называется Deep Explorer. И она позволяет вам найти, например, примеры состязательного обучения. То есть практически любой может использовать такие реализации, которые написаны на Python. И то, что имеется здесь, они протестировали NVIDIA DAVE 2, платформу для беспилотного автомобиля. Нет. И мы ввели машину, ну, это была Tesla, все было замечательно, все работало замечательно. А потом мы увидели справа дороги. И посмотрите, в зависимости от того, что находится там с правой стороны, куда свернула машина некорректно, это вы можете даже погибнуть. И это, по сути, та же самая картинка, но просто другой. То есть просто изменилось то, что? Изменилось просто то, что картинка справа, она темнее. Когда я начинал читать эту статью, и я посмотрел, например, состязательного такого обучения, я как инженер и как человек, который занимается машинным обучением, я хочу разобраться, почему произошла, стала возможна картинка номер два. Я знаю, что
некоторые причины или use cases, когда я могу починить эту проблему, я могу дать больше данных для обучения, могу больше генерализованных данных. Я могу предварительно провести процессинг изображения, это все, что могу сделать. Но также хотела бы все-таки понимать, почему моя модель говорит мне, что я должна съехать с дороги вот этой точки, где, собственно, не должна. Мы можем строить гипотезы, как люди, можем сказать, ага, возможно, это знак, который говорит нам поехать налево, это неправильный классификатор, может быть... Каким-то образом он увидел что-то с другой части стороны, которая на другой стороне дороги. Но мы не знаем, если мы не сможем интерпретировать и разобраться в моделях. И пока мы это не сможем сделать, собственно, потребуется очень много времени, прежде чем я решусь сесть в беспилотный автомобиль. Так почему же мы думаем об интерпретируемости? Я еще приведу несколько примеров, если я вас еще не убедила в важности этого. Первое. Как инженер или как человек, который отвечает за продакшн-систему, вы хотите знать и объяснить, что находится у вас на данный момент в продакшн. Это система, которая вы должны объяснить, что происходит с ней, как она ведет, когда она ведет себя адекватно, а когда нет. Номер второй. Ваши пользователи и потенциально правительственные учреждения, скорее всего, потребуют у вас объяснения о происходящем. То есть, если у вас есть какие-нибудь пользователи в ЕС, и вас мы слышали о GDPR, это закон, общий закон о защите данных. Я давал несколько докладов, но одна из вещей, которую делает GDPR, она позволяет людям дать возможность быть информированным о том, какие автоматизированные процессы происходят, и что это означает, соответственно, машинное обучение. То есть, другими словами, если вы занимаетесь машинным обучением, и если кто-то в ЕС использует ваше приложение, соответственно, они право запросить у вас и имеют право получить информацию на то, что за автоматические процессы происходит, начиная с 28 мая. Я не эксперт по комплайенсу и не юрист, и я не хочу об этом спорить, но мы должны так понять, что мы должны дать пользователям обоснование, почему было принято решение, то или иное решение, и это может быть полезно, поскольку это может дать вам хороший ответ, как бы интересную информацию о вашей модели. То есть то, что мы хотим маркерные данные. Что такое маркерные данные? Мы просим пользователя, скажем так, поставить некие маркеры. И я могу вам сказать, я думаю, что это происходит, потому что у меня есть еще один фрагмент информации, я думаю, что вот это произошло. Например, у меня недавно было несколько друзей, они родили ребенка, и купил им подарки для детей через Amazon. Я через Amazon купил подарки, так получилось. Ну, через Amazon купил подарки, Amazon многие недели рекомендовал мне еду для младенцев, памперсы и так далее, и так далее. Но у меня нет ребенка, у меня нет детей. И для меня не очень интересная рекомендация, но я совершенно понимаю, почему так происходит. И если бы я могла ответить, сказать, Amazon спросил бы меня, я видел, что вы недавно купили несколько подарков для детей, это для вас? Или это полезное предложение? Скажите мне, почему, если они дадут несколько объяснений, почему не сделали тот или иной вывод или выбор, я могу им сообщить, что это на самом деле так, и это было бы хорошая, скажем так, модель для ответа, и ответ для, скажем так, хорошей обратной информации по модели, и они могли бы ее подправить. Также нам нужна интерпретируемость, поскольку мы хотим знать, если сломалось что-то или нет. То есть зачастую, когда мы говорим о беспилотных автомобилях, или NVIDIA, или алгоритм NVIDIA DAVE 2, вы говорите, о, выглядит отлично, если солнечный день, и в середине дня, в полдень, все выглядит замечательно. Но что произойдет в снежный день, или в дождь, или ночью? Все это нам нужно знать, все эти спектры нужно знать. Если нам нужны объяснения, если есть сложные ситуации, мы должны разобраться, когда и как что-то сломалось. Так, соответственно, я надеюсь, теперь мы скажем «да». Интерпретируемость данных – это потрясающе, Катрин. Я хочу использовать ее во всех, скажем так, случаях своей работы. Но самое главное, с чем мы сталкиваемся, это определение интерпретируемости. Итак, интерпретируемость или возможность интерпретировать. Это замечательная статья, которая называется «Почему я должен вам доверять?». И в ней говорится о возможности интерпретации моделей, интерпретируемости моделей, особенно при машинном обучении. И Майкл Рибера и другие исследователи в Университете Вашингтона, они объясняют, определяют интерпретируемость очень таким полезным, что ли, образом. То есть понятие интерпретируемости также зависит от таргетной аудитории. Те, кто занимается машинным обучением, может быть, смогут интерпретировать небольшие байзанские сети, но обычным людям будет удобнее, если они получат какое-то объяснение, небольшое количество таких, ну что ли, взвешенных характеристик. Другими словами, если вы работаете с командой ученых, вы можете
создавать очень серьезные байеновские сети, и вы можете... И вы получите, скажем так, возможность интерпретируемости. Но если вы говорите, например, с врачом, или с юристом, или банкиром, то они, возможно, не захотят говорить о каких-то, скажем так, сложных вещах. То есть вы должны думать об аудитории, которая говорит об интерпретируемости. Вы должны понимать, кому я должен объяснить, и как я, соответственно, буду объяснять, как я объяснение буду давать, и каким образом буду давать, чтобы они поняли. И, возможно, потребуется несколько объяснений в зависимости от аудитории. То есть, далее здесь начинается играться когнитивные науки, когнитивная психология, естественно, это наука, которая занимается магнитом. Если закон Миллера, кто слышал о законе Миллера? Ага, хорошо, кто-то слышал. И закон Миллера, это по сути, это тезис или гипотеза о том, что, которая была доказана в различных экспериментах, которая говорит о том, что мозг человека может содержать, по сути, у нас имеется наши с компьютерами, у нас 7 ячеек в оперативной памяти. То есть, ну, 7 ячеек, да, в оперативной памяти. Это может быть плюс-минус 2 в зависимости от размера объекта, но тем не менее у нас есть только место для 7 объектов, которые мы можем запомнить, с тем, чтобы принимать решение. Другими словами, когда мы смотрим на то, что мы объясняем, мы должны понимать наши когнитивные ограничения. И в этой статье, о которой я говорю, и которая, точнее, касается через минуту, они говорят о том, как можем использовать тот факт, что у нас имеется только вот эти вот 7 ячеек для, может быть, 9 как максимум, как можем использовать это в очень динамичном пространстве характеристик и уменьшить это пространство до 7, скажем так, характеристик. И это очень интересный, активный, проводимый инструмент исследований. Что ведет нас к следующему? Как тестировать интерпретируемость? То есть есть масса тестов. Мы тестируем машинное обучение по точности и по запоминанию результата. Для чего нет? У нас нет хорошей шкалы для оценки интерпретируемости. И, естественно, это может варьировать в зависимости от аудитории. И это может быть сложно разработать такую глобальную шкалу. Это может быть не очень просто. Но одна из работ, о которой я действительно рекомендую вам почитать, действительно, это статья «Towards Rigorous Science of Interpreted Machine Learning». Я считаю, что это одна была статья в NIPS. И исследователи, собственно, сказали следующее, что они предпочитают оценки, основанные на применении. С другими словами, это включает проведение экспериментов с человеком в рамках реального применения продукта. Если исследователь имеется конкретное, если думает конкретно применение продукта, например, он хочет работать с врачом по диагностике пациентов с конкретным заболеванием, то лучшим способом показать, что модель работает, это оценить ее в отношении, скажем так, решаемой задачи, то есть врачи, которые диагностируют какое-то заболевание. Другими словами, нам нужно на самом деле работать с проблемой интерпретируемости в действительном use-кейсе. И исследователи работают с целой частью байеновских сетей, которые позволяют нам диагностировать пневмонию, и которые будут помогать врачам диагностировать пневмонию. Были проведены некоторые исследования вместе с врачами, которые говорят, хорошо, вот на самом деле вот это интерпретируемо или нет? Если я вам дам такое объяснение, вы можете интерпретировать этот полученный результат? И они тестируют врачей различным образом, когда они пытаются тестировать интерпретируемость выдаваемых результатов, и они оценивают скажем, то, что какой результат работы является оптимальным. Вот диаграмма, которая называется таксономия, называется таксономия интерпретируемости. И на нижнем уровне, на простейшем уровне, имеется функциональная оценка, которой мы создаем серию задач. Эти задачи, это задачи для машинного обучения, и которых мы проводим, скажем так, такую самооценку. Это, по сути, QA-тестирование. Да, или если посмотреть на верхнюю часть, это, соответственно, оценка при применении с реальными людьми на решение реальных задач. Возможно, будет получать ответ в виде каких-то ответов на вопросы. Если пойдем вверх по таксономии, это, естественно, становится дороже и более, скажем так, конкретно. Скажем так, генерализуем это для каждого проблемы интерпретируемости, для всех проблем интерпретируемости или нет, это спорно. Но если вы, например, занимаетесь что-то, когда человек должен принять решение на основании вашей модели, вы должны думать о том, как это, как провести вот эту оценку на уровне применения вашего продукта. Теперь уходим от теории, переходим уже к практике. Теперь я хотел бы привести вам 3 кейс-стади. И в этих кейс-стадиях я поговорю об оценке модели. И далее мы поговорим о том, как мы можем интерпретировать или поговорим об интерпретируемости, возможности интерпретирования этой модели. Итак, распознавание изображений. Кто занимается компьютерным зрением, да?
и СНН или нейронные сети, у них есть масса, обычно имеют массу достижений, вы можете видеть депримы, другие примеры сетей, когда вы можете видеть то, что видит компьютерная сеть. И это спорно. Мы распознаем, может быть, те паттерны, которые мы видим, но, или нет, но давайте посмотрим. Распознавание изображений – это на самом деле достаточно продвинутая технология, когда мы говорим об объяснениях. Итак, что можем сделать? Мы можем посмотреть на библиотеку, это называется LIME. И это локальная интерпретируемость, это объяснение для локально интерпретируемых моделей. И что мы можем сделать? Мы можем попросить получить, скажем так, объяснение для изображения. Что такое объяснение изображения? Что он будет делать? Оно возьмет изображение, которое вы ему, скажем так, дадите на входе, и выдаст вам целую серию кластеров, кластеров пикселов, и она будет, в общем, найти минимальные кластеры пикселов, которые будут объяснять, скажем так, классификацию. И, скажем так, я использую Inception V3. Это сейчас используемая классификация для модели изображений. И исходно она, по-моему, появилась от исследователей Google где-то полтора-два года назад. Она считалась как лучшей. Я решила дать вот это изображение из Monty Python белого и черного рыцаря. Черный рыцарь уже без рук. И попросить Inception. Хорошо, а что это такое? И как вы думаете, он смог правильно его классифицировать, что это такое? Кто-нибудь работал с Inception раньше? Хорошо. Он посчитал, что 20% вероятность, что это ружье, 6% что это доберман, собака, да? И 5% что это гильотина. Подумал, что-то не так, я подумал, да, и... Хорошо. Что же происходит? Захотела разобраться. И я решила получить объяснение для изображения. Посмотрите, какие области изображений представляют собой ружье. Кто-нибудь догадается? Почему она решила, что это ружье? Итак, система сказала, вот это вот ружье. Хорошо. И я действительно подумала, ага, ну хорошо, ладно, разумно. Как-то в руке, какое-то оружие. Но посмотрите, но когда мы видим паттерн, мы люди, да, мы действительно хорошо распознаем паттерны, да, шаблоны. Это очень хорошо, это мы хорошо будем делать. Но компьютер говорит, да, конечно, это имеет смысл, да, это ружье, и все. Хорошо. Теперь хорошо. Если мы просим компьютер сказать, чтобы модель дала обоснование своего решения, то вы видите, что достаточно странно. Хорошо, а где доберман? Кто-нибудь понимает? А, в середине, да. Да, это доберман. Это доберман. И опять же, мы видим, что LIME использует эти кластеры и пиксел. И я просил использовать два кластера. Можно попросить больше кластеров или меньше кластеров, в зависимости от того, что мы используем. И можем найти самый процент вероятности появления этого кластера. И он, по сути, проводит, протаскивает все изображения через эти, скажем так, оценки. Кто-нибудь тебе догадается, где гильотину увидел? Вот это гильотина. Итак, что я хочу сказать. Я знаю, что кто-то верит в сингулярность и так далее, когда работать с таким, я понимаю, что еще очень-очень много предстоит сделать. Но круто в том, что LIME действительно делает очень просто. Мы действительно просим объяснений, и вам просто нужно создать объясняющий объект на изображение, и он создает кластеры пикселов, и он, соответственно, проведет их через... Пропустим через этот алгоритм. Теперь давайте поговорим о том, как все-таки это работает. Это теоретическая версия того, как это работает. В зависимости от того, какую модель вы пытаетесь использовать, может пойти так, а может не пойти так, но тем не менее, вот функциональное пространство. И в нашем функциональном пространстве имеется два класса. Есть красные кресты и голубые кружки. И в этом функциональном пространстве мы видим, что здесь все нелинейно, и мы видим, что достаточно сложно определить и интерпретировать их для человека. Какой же алгоритм, как можем использовать? Там нужно найти вот эти красные кресты, и для этого нам нужно брать фрагменты вокруг этих крестов или внутри.
и пытаемся найти что-то, что можем локально оценивать. Мы хотим найти локальную интерпретацию, которая будет соответствовать нашей системе классов. И когда действуем таким образом, мы видим, что это пространство вокруг этих крестов, и мы можем получить функцию или производное, которое объясняет, дает объяснение для этой локальной точки. Это не является глобально интерпретируемым, это не обеспечит нам полное описание класса с другой стороны уравнения, но поскольку, по крайней мере, дает нам объяснение для этого маленького локального фрагмента пространства. И эта локальная аппроксимация позволит нам использовать, и это может быть очень полезно для, скажем так, поиска объяснений. И сейчас, используя это, можно представить себе для регрессионных проблем, и Лайм пытается, скажем так, расширять возможность использовать этот подход. Но можете начинать работать с этим сегодня и порешать некоторые проблемы, связанные с работой Inception и так далее. Далее. Уходим из изображения. Давайте возьмем кое-что еще. Давайте возьмем линейную регрессию. Давайте поговорим о Kaggle. Что такое Kaggle? Кто-нибудь слышал, что такое Kaggle? Kaggle, да. Это конкуренция, это соревнование программ машинного обучения, но там есть куча приемов для обмана, для обхода. То есть это очень прикольная штука. Можете создать различные функции, которые позволяют получать максимальные результаты, и получается абсолютно неинтерпретируемые программы. И, может быть, можете выиграть соревнования при этом и получить деньги за это. Но при этом результаты будут абсолютно неинтерпретируемы, нереалистичны. И проблема не в этом, проблема в том, что когда пытаются продукты на основе Kaggle использовать для в реальной жизни. То есть, считайте. Что сегодня хотел поговорить о линейной регрессии? Это XGBoost. Что такое XGBoost? Кто-нибудь слышал? Это круто, да? Это крутая штука. Ее можно интерпретировать? Интерпретируемая, да? Да. Так что давайте XGBoost. И давайте возьмем регрессор. XGBoost. Возьмем case study Kaggle. И в частности, возьмем проблему падения цены на жилье. И здесь можем взять Титаник, соответственно, очень скучно, соответственно. И что интересно, что можем прогнозировать цены на жилье в Айове. Не знаю, мне наплевать, сколько там дома стоит, но тем не менее, вот мы примем эту модель. И там имеется 79 переменных. И здесь ваша цель, собственно, прогнозировать цены в штате Айова на жилье. И поскольку это такое вводное соревнование, многие дают open-source решения. Для таких решений, одно из решений, которое нашла. Я хотел найти интересное решение, рабочее решение. Я хотел найти приложение, которым использую XGBoost. Я нашла DJ Vine продукт, вот как произносится имя. И вот они выложили свой продукт на GitHub, и он работал достаточно неплохо. Он попал в ведущую 300. Это как бы очень хорошо для таких соревнований. Хорошо решил, отлично. Здесь масса функций, масса фич. Я решил, я их буду использовать. Я попробую провести обратный, декомпилировать этот код, упростить его и до уровня минимального интерпретируемого пространства. Вот библиотека, которую пытаюсь использовать, называется или 5. Это библиотека на питоне, и она работает с XGBoost. Сейчас она работает с XGBoost, регрессией и с XGBoost деревьями. И что она может делать? Она может оценивать, скажем так, внутренне на взвешенные показатели модели. И вот, собственно, показатели по модели. И давайте посмотрим. Хорошо. У нас здесь есть X7. Это отличная, скажем так, цена для дома. И, соответственно, 17 – достаточно плохая цифра для дома. И у нас есть полиномные фичи. Это, соответственно, трансформация, которую вы делаете. И, соответственно, когда вы проводите просто полиномное представление ваших характеристик, и затем эти фичи можно заменить этими полиномными презентациями, которые, на самом деле, достаточно мощные для Kaggle, являются, но для интерпретируемости, соответственно, они достаточно сложны. И вот, хорошо, давайте, уйдем полиномы.
и посмотрим на те имена, которые можно прочитать. Посмотрите, взвешенные показатели веса, скажем так, они изменились, но так что мы видим достаточно много дубликаций, достаточно много покровов. Это часто встречается при Kaggle, когда мы пытаемся усилить сигнал от какого-то характеристики, которую мы считаем значимой. То есть мы видим упрощенное общее качество, упрощенное overall call, exterior call, что-то такое, и далее медиа повторы, да, и также мы видим, что внизу, я не знаю, можете ли прочитать, вот здесь вот, здесь говорится 336 еще, да, то есть другими словами, и мы видим здесь вот эти вот фичи плюс счет 336, то есть другими словами, я не могу получить какой-то интерпретируемый результат с более чем тремя сотнями характеристик, да, это просто не сработает. Соответственно, я сказал себе, хорошо, уже, слава богу, у меня есть моя объясняющая модель, объяснение, и я могу уменьшить количество фич. То есть Kaggle увеличивает количество оцениваемых характеристик. Это достаточно часто встречается в вашей текущей работе, и вы послушаете очень много характеристик. И то, что мне было интересно, могу ли я уменьшить количество характеристик и получить, соответственно, адекватную работу модель. Я удалил функции, используя веса на основании предыдущего слайда. Я использовал здесь веса, свои значения. Смотрел, где ограниченные значения, которые должны быть около среднего. И я уменьшил их до... В итоге получил 64 характеристики. И мы видим, что все еще сохраняется некоторая предыдущая модель. Видите, что у нас имеются проблемы производные фичи. То есть есть фичи, которые являются производными чего-то другого. И то, что я сделал бы в следующем этапе, я бы стал решать, как я могу либо усреднить или удалить их. Но давайте пойдем дальше. Сколько людей, скажем так, для этого не упрощение, у меня имеется 64 фичи, я могу увидеть корреляцию, по крайней мере, уменьшить их, я могу их объяснить, уменьшить их количество, по крайней мере, если дам соответствующее объяснение, потенциально могу их использовать. Я могу сказать, хорошо, пользователь, если ты улучшишь свой камин, ты сможешь, например, продать свой дом там на 5000 евро дороже. Соответственно, кто из вас здесь считает, что моя модель, скажем так, работает лучше, чем исходная модель? За меня не так много голосуют. А кто считает здесь, что наши модели работали примерно одинаково? А кто считает, что моя модель работала хуже? И даже сильно хуже, чем исходная модель? Хорошо. Вот здесь сравнительное сравнение производительности модели. Это общая оценка, общая и по моей модели. И у меня есть гистограмма, но также мы показатели, но очевидно, что у нас имеются некоторые выпадающие показатели, которые показали очень плохой результат. Но тем не менее исходный показатель был 0,7 выше, чем моя оценка, и в итоге не было большого различия. То есть вообще оценка была порядка 400. И как бы логарифмическая ошибка была, и свободный процент ошибки, которую вы добавили, составлял порядка 3% пунктов. Соответственно, я получил 3% пункта ошибки, и это можем поспорить, как интерпретировать это, или мы можем это поспорить, но на самом деле модель моя работала не настолько, несущественно хуже, чем исходная модель. То есть, соответственно, это далее. Я могу даже сказать следующее, дополнительное объясняющее. Что-нибудь дополнительное объяснение, если мы, как говорит, на платформе мы можем сказать, что нужно сказать, что если ваше вот обновление в вашем доме придет к тем или иным конкретным результатам, я не уверен, что это будет существенно повлиять на цену. И вот еще одно кейс-стади, которое касается работы с обработкой и лингвистической обработкой, лингвистической информации, то, что я занимаюсь как консультант, и мы у меня создан курс на Data Camp, и мы там обсуждаем основы, скажем так, обработки языковой информации и финальная кейс-стади. В этой своей работе я решил изучить проблему NLP
и NLP проблема выглядит. В чем это новости? Это ложные новости. Ложные новости в NLP сегодня важнейшая проблема. И это достаточно интересно, поскольку ложные новости уже существуют очень долгое время. Это некоторые смешные вот новости о Хиллари Клинтон из другого века, который говорится, Билл поймал Хиллари с пришельцем. И это новость, которая правда в таблоиды, там масса ложных новостей, Дик Чейни, там говорит, что Дик Чейни это робот и так далее. Тут масса смешных штук происходит. И сейчас это все вышло в онлайн, но фейковые новости это ничего нового там нет. И действительно замечательный источник информации и споров в сообществе, которое занимается обработкой лингвистической информации. Но здесь есть масса последствий, их как, но кроме реальных последствий, таких как Дональд Трамп, если мы подумаем о проблеме пространства, если мы можем обмануть человека, может быть, сможем ли мы создать алгоритм умнее, чем человек? Вот это действительно большая проблема. И даже если, несмотря на то, что я решил, что это может быть прикольно, поиграть с этими данными, я не надеялся, что я получу хороший показатель успеха или хорошую оценку, поскольку на самом деле, если мы сможем создать заголовки, которые обманывают человека, будет очень сложно запрограммировать машинную модель, которая будет умнее человека, или, по крайней мере, интеллект будет по своей половине человеческого интеллекта. Сейчас множество исследований идет на эту тему, но есть один человек, который ведет блог, который сказал, что я создал классификатор для фейковых новостей, я получаю точно 95%. Это я прочитал, это и подумал, ага, ну хорошо, может быть. Я хочу поиграть с этими данными, посмотреть, что, соответственно, реально происходит. Итак, действительно он сделал. Я создала контрвекторы, соответственно. Я на уровне токенов сделал, на уровне слов сделал прилайцем. И посмотрите, вот моя рок-кривая. И, соответственно, я занялся машинным обучением, но посмотрите здесь, это что мы, куда мы хотим попасть. И я посмотрел сюда, я использовал несколько очень простых для интерпретации кривых, включаем мультиномиал модель, пассивно-агрессивную и линейную SVD модель. Особенно, когда мы используем такое кодирование, я посмотрел, о, да. И я буду продавать свою модель Фейсбуку, и я стану... И я сказал себе, хорошо, отличная модель, но на самом деле я подумал, что, значит, что-то не так с этими данными, поскольку невозможно оценить, получить такую высокую оценку с очень небольшим препроцессингом и с очень небольшим, скажем так, обработкой, скажем так, характеристик. Я решил посмотреть, что происходит в самой модели, и посмотреть достаточно просто сделать, особенно если у нас есть два класса или даже мультиклассовая проблема. Имеется здесь линейное уравнение, можно взять веса, я взял веса реальных и фейковых токенов, и да, я пытался усреднить их по моделям. И посмотрите, вот реальные ведущие токены. Канал Круз, вторник, консервативный, Джопи и исламский. То есть, соответственно, не впечатляет, да? Не так много нам говорит о реальных новостях. То есть, я бы сказал, что это производственное, когда использую... Так, собственно, я не могу сказать, что, по сути, глагол «to say» будет являться аутлайером, если мы говорим о сигнале. И, кстати, когда вы журналисты, когда вы, часто говорим, Хиллари сказала, Дональд Трамп сказал, Ангела Меркель сказала и так далее, то, как мы обычно кого-то цитируем. Соответственно, это очень жесткий сигнал, очень мощный сигнал в реальных новостях. Для слова, соответственно, сказать и для его производных. Но, к сожалению, ложные токены и 2016, то есть общий печать октябрь и ноябрь. Соответственно, однозначно, у меня не очень хороший детектор для ложных новостей, это мусор. Я не могу это использовать каким-либо значимым образом для того, чтобы обнаруживать фейковые новости. Но если посмотреть сюда, я могу сказать, ага,
Нет проблем. Я решил из монографики, я вижу, что я решил проблему фейковых новостей. Но если посмотрю сюда, я вижу, что, к сожалению, я в печали, поскольку я не решил проблему фейковых новостей. И фейковые новости действительно очень сложные для решения проблем. Таким образом, что мы потенциально можем, какой урок можем из этого извлечь потенциально? Машинное обучение. Во-первых, я хотел бы сказать вам, что интерпретируемость данных машинного обучения – это возможно, это то, чем мы занимаемся, и это очень важно, с моей точки зрения. В зависимости от черного ящика, о котором мы говорим, интроспекция и интерпретируемость могут быть нашими, скажем так, задачами, которые мы решили, мы можем в питоне. У нас имеется достаточно много инструментов и библиотек. Сейчас тут больше исследований, по крайней мере, я получаю одну статью в день о том, как используются нейральные сети, нейронные сети, мы говорим о нейронэнс, поскольку это сети с памятью. Сейчас можем использовать для того, чтобы определять, к чему сеть научились, по крайней мере, определять какие-то сигналы, в качестве предикторов, но интроспекция и интерпретируемость имеют смысл пытаться их, скажем так, изучать, и это имеет смысл, и это нужно делать. Упрощение сложной модели, скорее всего, уменьшит точность. Вы все это знаете, вы знаете то, как это работает, но, возможно, это будет не очень существенное снижение точности. Я знаю, что множество компаний, что они делают, когда встречается проблема, они пытаются подумать об оптимизации и сложных решениях, что они пытаются использовать самые крутые, скажем так, приемы в своей сфере. Но самое главное, давайте создадим минимально жизнеспособную модель. Мы должны создать самую простую интерпретируемый use case, и затем попытаемся его, и дальше оптимизация должна строиться на основе его. Если вы проведете, если сделаете по этому пути, вы, возможно, найдете где-то в итоге результат посередине, где вы получите все нужные характеристики и будете описывать проблемы, и вы сможете их, соответственно, каким-то образом объяснять и получать объяснение в виде графической формы. И, кроме того, это открытая область для исследований. Если вы исследователь, если работаете в исследовательской лаборатории, если вы студент, который хочет заниматься какой-то проблемой, это действительно может, тоже может многие заниматься. И это достаточно горячая тема сейчас, то есть вы, соответственно, сможете получить хорошую публикацию. Если вы не исследователь, вы, скажем, занимаетесь работой в области машинного обучения, этим библиотекам требуется масса, скажем так, помощи. Потому что сегодня сейчас они достаточно медленно работают, и это то, что, я думаю, это может помочь наше программистское сообщество, сообщество программистов, и, кроме того, требуется быстрое и точное сэмплирование. То есть, если у вас есть опыт с решением проблем сэмплирования, то, скорее всего, вы можете внести свой полезный вклад и помочь другим специалистам. Чем более, скажем так, чем больше мы по использованию этих моделей, тем полезнее, тем лучше будет для всех нас. И последнее, должен сказать, что интерпретируемость может быть полезной. Да, то есть, это на самом деле может быть тем бонусом, который мы добавляем в рамках программ машинного обучения, когда вы обеспечиваете интерпретируемое объяснение для конечного пользователя или конечного клиента, и на этом я это сделаю. Ваши инженеры будут более довольны, и ваши пользователи тоже будут более довольны. Большое спасибо, и я надеюсь, у вас есть вопросы. Большое спасибо, очень интересно. Вопросы? Спасибо большое за очень интересную тему, очень интересное выступление. Не могли бы вы каким-то образом привести цифры, показателей использования весов в моделях, чтобы я не понял? Сколько времени уйдет на объяснение одной модели, используя LIME, например? Гораздо дольше. На LIME очень много, потому что вы видели вот это уравнение, он использует наборы образцов и испытывает каждый из них. И поскольку параллельности у них нет, это может заниматься несколько минут. Не так уж много времени у меня. Я использую GP на своем компьютере. LIME, по-моему, не использует. Так что мы говорим о минутах, не часах. А что касается L5, это почти спонтанно, почти мгновенно.
И следующий вопрос. Как я понимаю, LE5 или LIME дает вам веса и фичи построенных моделей. Есть ли там какая-то функциональность, которая даст вам веса данных, которые были во время предсказания? Да, вы можете также объяснить предсказательность. И как только у вас полный набор фич, то вот для этого предположения, для этого предсказания вот такой вес. Большое спасибо за очень интересную презентацию. Поскольку мне каждому делу приходится объяснять машинное обучение, в этом впечатлении, я думаю, что деревья принятия решений могут использоваться, как вы думаете, может быть, в принципе, для того, чтобы показать нам интерпретабельность по показаниям в списке. Есть возможность взять результаты из нейронной сети и построить дерево. Да, да, есть исследовательские статьи по этому поводу. И, может быть, это будет слегка более интерпретабельным. Я бы сказал, да. Есть много исследований в этой области. Я просто показал вам конкретный инструмент. Есть одна библиотека, и она позволяет вам строить. Может быть, это следует. Она создаст просто такой же самый шанс в процентах. Спасибо. Вот в примере с LE5, где было много характеристик, которые имели близкие названия, наверняка некоторые из них были взаимозаменимы, и было бы хорошо их свести в какие-то группы, в кластеры. Есть ли что-нибудь такое в LE5? К сожалению, нет. Но я думаю, что это было бы очень полезно, потому что очень легко испытать какие-то корреляции. Но проблема в том, что действительно ли они связаны, или они просто имплицитно присутствуют в корреляции. В этом случае это деривативы одного и того же поля. И в данном случае мы можем часть из них убрать и получить более так, постоянный и последовательный сигнал. Я буду над этим дальше работать. Вот. Может быть, тогда модель станет гораздо более объясняющей. Вот, и, конечно, корреляцию между характеристиками надо учить. Может быть, связанный вопрос. Для меня это вот ранжирование фич похоже на то, что делает PCA. Но PCA с другого конца идет. Она комбинирует их вместе, добавляя какие-то веса для них. Но мы все еще можем сказать, окей, вот мы комбинируем характеристику номер один, характеристику номер три, и взвесим их в таких пропорциях, и получить какие-то выводы. Да, конечно. Всегда, когда мы говорим о много стороннем пространстве, мы говорили об уменьшении количества ICA, SVD, TSNA, целый зоопарк их. Но что происходит с уменьшением количества направлений, можно получить более объяснимый сигнал. И вот именно этим должна заниматься более строго, более интерпретабельная модель. И мы не просто, вот мы говорим, вот сигналы, вот
метрика, которая поднимается человеком. Однако, у меня есть однако. Я немножко больше теоретическую презентацию сделала, чем в Варшаве несколько недель назад, и проблем с уменьшением многоплановости, может быть, очень много точек зрения на одно и то же. Вот можете сказать, вот с этой стороны, посмотрите, вот это все ясно. Вы меняете слегка или алгоритмы, или все становится совершенно по-другому. Да, иногда просто можно переместить место, где вы сидите, и получить совершенно другой вид. Да. Да, это, в принципе, это метание костей. Может быть, наивный вопрос. Если вы видите две очень скоррелирующие переменные, вот, может быть, вы хотите уменьшить эту многосторонность, но мое снижение просто... Я должен взять разницу между ними, потому что она содержит какую-то информацию. Я остаюсь в линейном мире. Это, в принципе, то, что делают усредняющие деревья. Очень часто мы убираем, так сказать, хаотические силы, и вот это вот среднее этих фич, которые я вижу, потому что они на одной ветке дерева принятия решений. Это зависит от данных, конечно.